чокнутого Мэла. Это он крадет мои бегунки и передает их в руки тех засранцев. Передай ему привет от скутера. То есть, как следует, выбей из него все дерьмо. Лады? Поехали уже!
Безумный Майлз помер. Пусть земля будет пухом этой мерзкой рожи. А тебе таки удалось кое-чему научиться. Заходи ко мне в лавку, когда будешь в Новой Гавани. Будет приятно лично с тобой познакомиться. Получили доказательство гибели безумного Мэла. Железяки будут в восторге. Пожалуйста, подождите. Я открою доступ в новую гавань. Ну давай, повеселимся. Эй, смотрите все. Я танцую. Говорит Скутер, мой бегунок, эй, конечно, поехали, не красная девица, но до места он тебя домчит. Такси Блюз! Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Хочу лучше сообщить вам, с ним лично поговорить, что я приняла решение, которое вам, скорее всего, не понравится. Будучи администратором Новой Гавани, я несу ответственность за благополучие местных жителей. А это означает, что на какое-то время мне придется закрыть дорогу к убежищу. В соляных равнинах расположился барон Флинт со своими бандитами и адскими машинами. А я не хочу, чтобы мирные граждане погибали при попытке пройти мимо них. Слушайте меня, болотные жители. Опуская детали, которые могут смутить многих из вас, я сразу перейду к выводу. Существование хранилища более чем вероятно. В дополнение к этому факту, который, наверное, прожжет дыру в ваших мозгах, скажу, что хранилище можно открыть только раз в два столетия. И это время на подходе. На панели наград в Новой Гавани доступны новые задания. Надеюсь, тебе удается избегать всяких подозрительных типов.